рассвет, тишина, и неслышно идет по планете возвращенная людям весна. Хочу поблагодарить наших ветеранов за их силу духа, за их стойкость, за их преданность Родине. Значит, вы присутствуете на том месте, которое, наверное, если по России пробежаться, не найдете нигде. Более 40 человек погибших мужчин с поселка Ивановска. Их значительно было больше.